Какие эмоции? Позитивные в целом. Наконец-то этот вертеп сейчас закроется раз и навсегда уже, блин. Мы не тоннель, мы не будем там открываться, тут, знаешь, менять название. Этого места больше все, короче. Больше нет, наконец-то. Да, ура, и мы пьем алкогольное пиво за это. Пипец. Я Эмма, Куема, Куема, бля, теперь я Эмма, Эмма, Куема, Куема, бля, теперь я Эмма, Эмма, Куема, Куема. Все, все, блять, ну, мужики и тёлки. Давай, 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 давай
Красавица вообще. А почему нет? А почему бы и нет? Заканчивается, вы понимаете, нет, на самом деле все заканчивается. Вам никто ничего не говорит.
больше не сделает такого, потому что очень страшно. Я просто что хотел сказать, что все очень пиздато, и это называется единороссизм, друзья, как бы. Единороссизм. Может быть, и бред, но вот выскажи свое мнение. Бред! Я выскажу. Почему закрыли этот клуб? Как ты? Слушай, мы сыграем буквально 4 песни, наверное. Не забывайте дико метать козу, например! Ааа, щас худежа! Да-да, метать козу, ты заебись. Вот, например, сюда тоже приезжал не раз. Например, правда, давно потолстел, как бы, и он стал стрёмный, и перестал играть. Перестал играть, что я могу. Давай просто сейчас выпрыгать. Буквально через 15 минут мы долго времени займем много. Да. Я хотел еще важную хуйню сказать, но я вижу, что здесь это не важно уже. Не важно уже. Русская водка! Русская водка! Сиди, бэби, сиди, бэби, а как рэп? Водка! Русская водка! Столичная водка! Русская водка! Я буду долго.
Не подеремся, поцелуемся. Всем пока. Я уж как сейчас я уже температуру. Наверное, может и правда закрылся. Мы опять закрыли. Мы опять закрыли. Надо, слушай, как играть надо. Вот так вот. Как Ильич надо играть. Да. Да. Профессионально. Великолепно. Все. Идите домой все! Домой уходите! Домой идите. Ну, с паханом снимем все. Ты такие силуэты, да? Да. 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 Я, конечно, потом сделаю концерт «Позор машины», вот у них интервью сегодня взял. Потом концерт «Вакцины» и общий по закрытию клубе. О, неплохо. Можно у «Вакцины» еще интервью здесь? Я бы даже сказал «хорошо». Не, ну блин, конечно, на сцене такой драйв чувствуется. Я на «Слепнот» точно не пойду. Друзьям и девчонкам тоже, а еще всем.
признательны. Здесь все: Никита, Стас, Гена, Идюша, Метелкин. Именно для тебя. Клуб Флэт именно для тебя. Что? Клуб Флэт именно для тебя. Я не понял, что ты Клуб Флэт ты сказал. Мы деньги. Именно для тебя. Именно. Именно. Нет, так-то скрыть.
давай.